всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon, Ари, Тубро. Пацанчики, поздоровайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, все друзья. Привет, ребят. Я скачал в воркшопе новую карту, которая вышла сегодня. Это вентиляция с карты FNAF 6. Потом мы покажем вам вверх, если получится. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы сегодня будем выживать. Dark Dragon у нас аниматроник. И в чем смысл этой карты? Если эта дверь закрыта, я хочу закрыть вот эту дверь, та дверь откроется. Я не знаю почему, но это классно сделано. Вот ты молодец. Нет! Ты ж смотри внимательно. Ставьте лайк, лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Поднимаем вам настроение. Ребята, да, вы сконцентрируйтесь, и надо, чтобы кто-то один старался дверь нажимать. Ты видишь, что творится? О, давай сделаем эксперимент. Не убивай, секундочку. А ну, если я стану под дверью, нажми, убьет меня дверью. О, блин, нет. Ну было бы классно, да, если бы мочила? Так, внимательно, видите, что он делает? Специально ходит с разных сторон. О, ты жопа! Ну блин! Блин! Вот ты красавчик. Ты такой быстрый. Я знаю. Ты прекращай. О, кто-то не успел. Обстоятельства. Фонарик включите, и будет видно его тень, если он невидимку подрубит. О, говно! Выбегай, выбегай, выбегай! Блин, тут карта запутана. Давайте немножко пробежимся по ней. Ой, ну слишком запутанно, ты шутишь, ты забудешься. Да зачем же ты перегораживаешь путь? Что ты за собака? Я охраняю вас, я. Собака-охраняка, погнали. На карте шум появляется. Да-да-да-да, внимательно. А я заблудился. Мне кажется, а вы? За Димасом, вы видели, какой он качок? Классно все взял скин. Давайте я вам покажу, ребята, третьего лица, кого я взял. Именно, это с Counter-Strike, именно. Контртеррорист. Нет, террорист, просто террорист. Слышь, ты что со мной ходишь постоянно? Ты можешь от меня отвалить как-то? А я тебе нажму дверь. Ты просто не успел в доли секунды. Ты вовремя закрыл там чуваку, он бежал за тобой, он закрыл. Пацаны, внимательно стойте возле каждой двери, будем нажимать по очереди. Вот он лезет. Я его вижу по тени. Так, ты ж смотри. Я буду за тебя закрывать, если ты не будешь успевать. Ты чё такой псих? Эндер-псих, а не эндоскелет. Слышите, лезет? Я слышу вентиляции, да? Я спрячусь. А, вон тут. Димас в шкаф. А, молодец. Давай. Собака, улыбака. Ой, нажимай, закрывай двери. Отлично. О, я вижу щель немножко. Блин, прикольно, здесь можно сидеть. Да что, один? Ты ж нас не видишь, что ли? Эй! А ну, уходите. Заходи ты к нам, у нас тут тепло и уютно. Я успел. Вот я красава. И щель есть. Это реально круто сделано. Я вижу, ходит. Успел. Такой звук прикольный. Давайте тут посидим. Так. Уходи. Я злой. Димас. А я запрятался. Я, кстати, в офисе очень рядом. По сути, мне легко найти. Просто надо подумать. Эй, ты чё наших постоянно убиваешь? Да не вылазит. Привет. Ты чё палишь? Ну блин, ну прощайте тогда. А нет. А не прощайте. А чё ты меня не убил? Оставь. А, поставил на самое сладкое, да? Давай, испогань мне настроение. Подожди, давайте я вам покажу, как попасть сюда вообще. У нас есть здание на улице. Пока он там мочит, я побегаю по Шурику, покажу. Потому что я обещал. А, тут пасхалка. Ага, как? А как попасть? Может как-то тут пролезть? Странно сделано. Может это... Угу. Может шкаф? О,
Во, отлично. Пацаны, вы где? Я в офисе. В офисе? А чё, я тебя никого не вижу из вас? Закроем. Пусть хоть какая-то калитка будет закрыта. Чё, блин, испугал меня пес. Иди за мной. Собаки, пацаны, идемте за мной. Опа. Прикольно? Тут моя машина стоит в гараже аккуратно, а там надо чуть поремонтировать. В чем смысл? Есть помещение в подвале, в котором находится вентиляция, которую надо охранять. А Дарк-Драгон, вот молодец, что убил, красавчик. Это, наверное, подвал главного героя с нашей. Ладно, сейчас прячься. О, можно вот так сделать, будет красивее карта. Слышишь? Слышу. Давай без невидимого. Фонариком только можно подсветить. А вот оно. Умри. Слышь, ты чё вот это такой вот приставучий? Липучкин сын. Пошел отсюда, щенок. Ушел. Так. Где, ребята? Я не знаю. Я подарочек, иди-ка сюда. Тут никаких кнопок нету. Пацаны, нам кто-то кусок экрана отгрыз. А кто это сделал? Ты же закрывает двери. Вы видели? Смотрите на монитор. Кто-то кушать хотел. Блин, прикольная РПшка. Когда две двери одно, но когда три, тяжелее намного. А, четыре, вентиляция еще. Где он? Покажите его. Он здесь где-то ходит. Все, я его пригвоздил. Ну ты пригвожденный все равно, я к тебе сейчас опять перейду. Я тебя буду сутками пригвождать, пока мы тебя не убьем. Я тебя обманываю. Пусти меня, Димас. Пацаны, берите, мочите его. Не, не так, не так. Не надо это оружие, оно тупое. Возьмите мандяка и со спины его кто-то замочит. Ой, блин, не туда. Полетело. Ты взял другого! А это честно, шо ли? Да. Хорошо, давай. Испоганься. Ладно, давай другому Подзастряли, пацаны. Так, так, так. Давай. Давайте заминируем это здание. Маленькими бомбочками. Ты готова? Вы. Так. Минируем. Открывай. Я скажу, когда можно будет взорвать. Дай бомбы взорвать! Мы взрываем это, эту пиццерию, подвал. Я наверх тогда. Ой, что-то творится жестко. Entity. Давайте дальше, погнали. А, вот они, бомбочки эти. Так, тут положили, тут положили. Надо по всей карте пробежаться. Вот там вот одно. Ушел! Пацаны, можете взрывать те бомбы, которые возле вас. Ой, мы еще так никогда не делали. Это эпик, пацаны. Я, короче, взял проход дверной, загородил бомбами и не пройти никак. О! А как пройти? Никак. Я на улице. Ты на улице? А что, ты слышишь? Ой-ой-ой! Ой, да рисмот надеюсь не вылетит. Не, просчитывается. Да, все бомбы взорвались, только спауны остались. Вот, ребята, кстати, комната. Как выглядит. Мы... Офигеть. Это жестко. Я в нее стреляю, стреляю, она не взрывается. Странно, да? И хитрузов, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!